Если получилось, что волосы растут не совсем так, как мы, так сказать, предполагаем, да, допустим, на коже, да, они выглядят не все в одном направлении, да, сюда, допустим, все растет. Это, конечно, идеально, когда они все вот так в одну сторону. Естественно, мы, нанося как бы пасту и отсюда, да, можем наносить ее отсюда, вот и отсюда. Тогда мы, естественно, полностью перекрываем все возможные пути. Хорошо, а если, допустим, растет, да, на коже, и сюда растет волос, да, допустим, один сюда растет, вот, один вообще сюда может расти, но смотрите, куда общее движение волос у вас будет сохраняться, да, сюда, сюда, допустим, сюда, один там, сюда опять растет, один вот сюда, ну, общее движение вот сюда оно будет направлено. Естественно, вы будете зашугаривать тогда никс-техникой, да, то есть отсюда наносите, смотрите, где больше волос. Это все потом очень быстро воспринимается. Вы не думаете, что вы там будете высматривать что-то на теле и, допустим, куда же там идет. Смотрите, нога, да, голень. Помните, да, что там направление может быть чуть диагональное в том числе. Вот. А бикини, например, да, самая такая зона, где растут вообще как попало вот волос. Поэтому такое направление оно будет преимущественно, вот, например, в бикини, кстати, в подмышках некоторые, да, там вообще рядами так интересно идет, но у некоторых бывает разброс. Вот. И если вы встречаете такую, то, естественно, чего париться? Берете, смотрите, не надо там выцеплять эти три волоса. Вот. И, допустим, говорить, что о, этот сюда идет, этот туда, и потом отдельно один там какой-то выдергивает туда, чтобы по росту. Никаких проблем. Сюда наносите пасту, просто вы ее должны наносить, допустим, на 30% от максимального стежка, который вы делали, да, закрывая, так сказать, те волосы, которые здесь еще пока присутствуют. Нанося отсюда, сразу же перебрасываете стежок и сюда наносите, да. Наносите, допустим, остальные 70%, да, из этой зоны наносите остальные 70%. Смотрите, стежок этот абсолютно так же дергаете в такой же последовательности. Сначала длинную выдергиваете, ну там в два, допустим, да, в два, в три прохода. Все, потом перебрасываете, сам комочек собираете, да, и забрасываете его отсюда, эти 30% уже срываете там в одно движение, там получится у вас. То же самое смотрите отсюда. Например, отсюда у вас получилось там на 30% можно залезть. Ну, хотя здесь я нарисовал не 30%. То же самое отсюда, вот, допустим, залазите на 30%, вот, внедряете, да. Все, потом перебрасываете, соответственно, пасту и внедряете сюда на остальные 70%. Все, никто не парится, и всем замечательно. Отсюда вы срываете, перебрасываете и срываете отсюда. Так, все, да, понятно. Вот по бикини это подходящий максимальный вариант. Хотя вы видели, да, что на обучающих видео учат наносить просто полоской. Полоской оторвали, полоской оторвали, да, следом. И все вот так рядами они наносят. Они просто смотрят тоже общее направление движения и срывают в одну сторону. Ну, вот такой способ просто более экологичный по отношению к клиенту будет. Вот еще как бы.